bouncing and popping, nigga, you can't stop. Bounce. Здорово, мужики, с вами канал Пресс ТВ. Сегодня мы делаем очень огромную мармеладину из желе. Будет в напитке включены кола и спрайт. Для этого нам понадобится форма. Вы можете сейчас посмотреть, как мы ее делаем. Значит, мы подготовили пенопластик. Он нам понадобится для кое-какого дела. Сейчас в процессе работы вы поймете, что мы хотим сделать. И вот такую штучку мы сделали. Так, значит, куку мы делаем линию. Все, мы обвели, все, вот что у нас получилось. Сейчас будем вырезать. Опа! Все, тихо. Сейчас мы будем вырезать квадрат побольше, чтобы туда поставить вот эту форму у нас вырезанную и залить ее гипсом. Как я здесь заманаю собираться, это просто жесть. Дорогие друзья, это снег для вас, первый снег. Мы сделали вот такой гробик, который можно лечь. Запомните, никогда не делайте этого дома, потому что мы заманали собираться. Мы просто всю хату убрали. Вот там все. Вот, я вообще там, на мне есть? Ну вот. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас разводим гипс и делаем сейчас ровный пол, ровное днище, чтобы на него положить формочку и залить по бокам гипсом. Сейчас мы разрезаем пакетик от гипса и, значит, сыпем его сюда. Дорогие наши подписчики, мы сейчас будем выливать. Следите внимательно за этим процессом. Он как мороженое. Я тебе реально говорю. Да, на вкус. Все, наша форма затвердела. Ну, днище. Теперь мы поставим вот так формочку сейчас нашу. Так вот, поставим нашу формочку и зальем по краям. Дорогие друзья, из-за непредвиденных обстоятельств нам, наверное, не хватит гипса. Сейчас мы попробуем залить. Придется ехать в магазин. Не, нам не хватит. О чем мы радишь-то? Еще как минимум пакета. По 2 килограмма. Надо было их 8 взять. Сейчас, ребят, пойдем за гипсом. Еще 3 пакета покупать нам вообще не хватило. То есть мы даже не ожидали, что это так много. Нужно гипса на эту херень. Значит, ребята, мы купили гипс. 3 пакета купили. Сейчас, думаю, нам хватит. Так, вот наш гипс. Кстати, форма уже подсохла. Мы заливаем гипс. Мы, кстати, гипс немножко другой купили. Вообще цвет разный, Лёв. Знаешь, это было, короче, сливочное, а это было крем-брюле, бля, сейчас. Короче, ребят, только пришли с магазина. Залили сначала форму. И опять не хватило. Пришлось еще покупать 3 пакета. Короче, в общей сумме у нас вышло где-то порядка 8 пакетов. Это на 500 рублей где-то. Вот еще кол, еще желатин, короче, жесть. Короче, мы залили все это фигнем. Как видите, все нормально. Залили гипсом. Будем сейчас доставать эту штучку. Сил ушло, ребят, это достойно лайка. Дорогие друзья, нам понадобится для этого кола, спрайт и очень много желатина. Очень много желатина. Как в предыдущем видео, мы ставим его набухать. Сыпем наш желатин. На 2 литра получается где-то 7 пакетиков, вот так. Один пакетик у нас на 30 грамм. Второй пакетик. Блин, что-то мы дофига добавили, слушай. Наша кола набухла, нам нужно сделать кое-что еще. Нам нужно смазать нашу форму маслом и туда еще пленку положить. Так.
Сейчас нам понадобится пищевая пленка для того, чтобы обложить форму нашу, чтобы потом было легче доставать желатин, форму нашу желатину, мармеладину. Мы проклеили, но просто немножко не так все получилось, просто у нас пленка не та. Ребят, надо было другую пленку покупать. Мы поставили нашу перегородку, чтобы сначала залить колу, а потом сюда залить спрей. Как на оригинальной картинке два цвета. Смотрите, дорогие друзья. Наливаем колу. Держите кто-нибудь. Кирилл! Давайте. Короче, ребята, у нас ничего не получилось с этой перегородкой. Кола начала переливаться из этой стороны в эту. И, походу, эксперимент на этом, конечно, не заканчивается. Мы будем делать из одного цвета, то есть из колы. Всю бутылку. Благо, кола еще есть. Короче, ребят, недорассчитали мы с объемом колы, с литражом. Также мы и с гипсом сделали, докупали все. Придется, скорее всего, и желатин докупать, и колу, чтобы получилось вот до сюда. Большая такая мармеладина. Ну что, дорогие друзья, мы еще раз купили колу и желатин. И сейчас будем последний раз доливать это все в форму. Больше мы себе финансово не можем позволить купить колу и желатин, поэтому оставим все как есть и будем ждать, пока засохнет. Кстати, в холодильник она тоже не будет помещаться, так что еще сохнуть будет как минимум сутки. Прошли сутки! Ну что, ребят, получилось у нас вот такое желе огромное. Вот. Желе. Сейчас я попробую его откусить. Вкусно. Сейчас я его разрежу, чтобы вам показать то, что это реально желе. Вот. Сейчас его разрежу. Смотри, смотри. Сейчас мы будем его кидать в ванну. Ой. Будете снимать воду? Да. В ванну. Давай, снимаем, снимаем. И мягкий плюзун в воде. Вообще. У нас растворяется в воде желатин наш, наша кола большая. Вот. Теперь вся квартира будет у меня пахнуть колой. Это, у нас остались только маленькие частички, да и то даже они уже растворились. Даже не взять уже. То есть получилось ванный скол. Можно пить. Принеси трубочку. Мам, где трубочка? Ну что, ребят, все, это конец. С вами был канал Пресс ТВ. Подписывайся на канал, пожалуйста. Ставьте лайки и пока. Холодильник. Скрепочка золотая.